протяжении нескольких лет артисты студии «Живая книга» при поддержке своих многочисленных талантливых друзей из других учебных заведений, воскресных школ проводят большой праздничный вечер в преддверии Старого Нового года. Это та традиция, которая во имя добра, света и духовности объединяет молодежь, славящую веру. Каждый раз в зале на концерте разный зритель. Очередное творческое выступление начинающие артисты готовили для своих сверстников, ребят, которые проходят реабилитацию в медицинском центре «Тонус». Наверное, поэтому с первых минут в зале царила особая атмосфера радости и счастья. Мы всех приглашаем, потому что для нас важно каждому ребенку дать возможность реализоваться. То есть, когда они выступают, они себя чувствуют важными, нужными, востребованными, они, ну, реализуют себя в жизни. Поэтому для нас важно не только одаренных детей здесь видеть, но и тех, кто еще ищет себя. Найти свободное место в зале было практически невозможно. Такое количество зрителей решило прийти на торжественный вечер. Радостные библейские сюжеты, живая музыка и, конечно же, непосредственный контакт со зрителем. Эмоции от такого общения будут греть душу всем участникам мероприятия очень и очень долго. Ребенка сделать счастливым достаточно просто. Достаточно час времени ему посвятить, час времени ему немножко развлечь, отвлечь от его каких-то проблем, тем более, если они есть вот в таком юном возрасте. Поэтому, конечно, ну, мне кажется, это по-человечески каким-то качеством важно абсолютно для каждого. Неважно, ты являешься представителем какой-то организации, либо ты просто прохожий случайно на улице, да, потому что, ну, все-таки дети это особые люди, да, и пока они такие восприимчивые, хочется им действительно подарить сказку. Святки у православных верующих продолжаются до 19 января, вплоть до праздника Крещения Господня. Это самые радостные и яркие дни, которые очень важно проводить тепло и душевно. Так пусть же эмоции и радость, подаренные юными артистами своим сверстникам, зажжут свет в их душах и подарит отличное настроение на весь будущий год.